пише, що є вже наша гостя. Так, нам повідомили, що вже є гостя. Олена Яковенко, ви з нами? Пані Олена, вітаємо вас. Так, я єсть. Добрий день. Надзвичайно приємно знову бачити вас. Раді, що ви допомагаєте нам і разом з нами проводите наші ефіри. Так. Ми хотіли би з вами зараз поговорити про ось про що. Перед цим у нас були сюжет також про діток, які приїжджають у Львів, і їх привозять з різних частин країни, які були сиротами чи стали сиротами з дитячих будинків. Але багато дітей є, які живуть з батьками і тут в Україні залишились, чи кудись виїхали з ними. Є одне таке практичне питання. Як дітям розповісти про те, що відбувається в країні? І так розповісти, щоб їм було це зрозуміло, щоб їх трошки, як кажуть, ну, як це правильно сказати, щоб їхня пояснити свідомість. Ситуацію, та, але при тому, щоб не нашкодити. Так, та, і не нашкодити. І ми розуміємо, що в цих умовах діти дуже добре, я по своїм знаю, чують розмови десь там між дорослими чи десь в новинах. І щоб в цих дитячих серцях, щоб правильно пояснити, також не було, ними не починало керувати те, що дуже зараз існує, така ця ненависть, яка пропагується зараз, і все більше і більше. А ми сподіваємося, буде і менше. Ми повинні розуміти, що, в принципі, от ми зараз, нас підперли к стіночки. Ну, вы понимаете, да, вот этими всеми событиями нас, взрослых, нас, родителей, нас подперли к стеночке, мы не можем не говорить о том, что происходит, да. Как-то первое время еще какие-то были попытки, там, первые 2-3-5 дней были попытки все это сгладить для многих детей, не объяснять, не трогать этой темы, а может быть, оно немножечко устаканится, а может быть, мы вывезем на какое-то время, и все будет так незаметно для детей. То есть первое как бы чувство помощи ребенку – это просто не посвящать его в эти вопросы. Так, это завжди таке природе. Да, сейчас, как я сказала, мы вынуждены объяснять все, что происходит, хоть тем, кто планирует вернуться к себе на родину, хоть тем, кто даже не планирует вернуться к себе на родину, но все равно остаются здесь близкие, родные, это резкая смена жизни, все равно нужно детям объяснить. Поэтому первое, что, с чего нам нужно начать, нам нужно объяснить, что в принципе война – это конфликт. Ну вот конфликты же бывают по сути своей. Дети понимают, что такое конфликт, что такое ссора. Так вот война – это конфликт, но с оружием. Это первое, что нужно объяснить. Поэтому этот конфликт, он становится более тяжелым, более затяжным, потому что, ну, используются другие немножко силы для разрешения конфликта. Это первое, что нам нужно объяснить ребенку. Конечно же, для того, чтобы нам это объяснить и как бы показать, что, какие у нас цели в этом конфликте, потому что в школах сейчас очень многие учителя объясняют детям, да, вот наша земля, какая она наша земля, вот наша Украина, какой наш флаг, какой наш герб, что мы хотим, о чем мы заботимся. Ну вот только то, что сказал сейчас, я забыла, Артем, а да, второй ведущий? Сергей. Сергей, вот то, что сказал только что Сергей. Но при этом объясняют детям, что один народ напал на другой народ. И как бы пытается объяснить, вот то, только то, что сейчас говорил Сергей, что пытается объяснить нам, что мы не так живем, мы не так делаем, нам нужно вот так и вот так. И все это объясняется при помощи кулака. Да? Вот это то, что сейчас пытаются объяснить детям, ну, в учебных заведениях.
в школах. В школах, понятно, что садики сейчас не работают, но все-таки это как-то, особенно для тех, кто остается из детей в состоянии тревожности, или, например, они находятся в зоне действий, да, и так далее, или, например, они находятся где-то даже в Западной Украине, но при этом звучат сирены, родители все равно обеспокоены, ну, близкие, то есть они это понимают, поэтому им нужно объяснить уже немножко больше. То есть для этого родители должны сформировать свою концепцию. В чем именно? Значит, рассказать ребенку о своих гуманных взглядах. Не просто один народ напал на другой народ, и мы должны защищаться, потому что они у нас забирают землю. Это так, ну, достаточно просто и прозрачно, но этого недостаточно для ребенка. И ребенок остается в таком состоянии очень повышенной тревожности, формируются страхи и всевозможные проявления всего этого. Поэтому для того, чтобы родителю объяснить о своих гуманных взглядах, что здесь я подразумеваю? То есть ему нужно разобраться в себе. Я хочу победы или я хочу, чтобы все побыстрее закончилось? Например, вот, рассказывать нужно, например, уверенно, потому что неуверенность порождает страх. Объяснить как бы свою позицию, что мы должны проявить терпение, потому что о нас заботятся наши солдаты, наши воины. То есть вы понимаете, невозможно просто сказать, то есть чем меньше информации получает ребенок, который уже находится вот в этой ситуации, тем больше возрастает страх. Очень часто родители не понимают этого. Вот как я говорила на предыдущей нашей передаче, мне сейчас приходится уже работать с родителями, вернее, с детками, которых привозят родители даже здесь, вот в другой стране. И дети перепуганы. Почему? Потому что сказали, нужно быстро уезжать, потому что началась война. А что такое война? Ну, ты слышишь, бомбят, вот это война. Так? Другие сказали, ты же веди себя прилично, потому что мы в другой стране, другие правила, тебя могут забрать. То есть как бы короткая информация, она всегда очень пугает ребенка. И тогда ребенок вообще не понимает, что делать. Поэтому, как я сказала, в первую очередь нам нужно объяснить о своих позициях, о своих гуманных взглядах. Следующая позиция, которую мы должны объяснить детям, это позиция «я тебя защищаю, защищу, забочусь». Конкретно, то есть папа сейчас, например, там, где есть папа. Вот, даже сейчас я смотрю те семьи, где мама с папой в разводе, все равно они говорят об этом. Папа сейчас там-то и там-то. Он воюет, и он тебя хочет защитить. Так, следующее, я очень стараюсь тебя защитить. Ты видишь, я для этого делаю все возможное. Я должна тебя защищать. Потому что мы же не понимаем исхода окончательного события. То есть это мы используем уже как бы опережая, например, на случай эвакуации, на случай, если находимся, например, в эпицентре событий, это тяжелое состояние, на случай, если приходится, например, уходить в укрытие. То есть ребенок же не понимает, ну война себе, война где-то, бахает, что-то звенит. А почему сейчас родители нервничают и бегут скорее, хватают какие-то вещи? Почему я должен находиться, например, там в метро, где тесно, душно? То есть все это нужно объяснять. Третья позиция обязательно должна присутствовать. Это все закончится. То есть рано или поздно это все закончится. Нужно все-таки детям это объяснять. Да, исход может быть разный. В каком плане исход может быть разный? Могут быть и разрушения, потому что это конфликт с оружием. Могут быть и, например, потери какие-то, может быть, даже и кто-то из близких, ну, погибнет, такое может быть. То есть родители уже в зависимости от возраста ребенка, например, понятно, что 3-4 года ребенку вы не объясните, что папа может погибнуть. Но уже объяснять, что исход может быть очень разным, то есть потери могут быть какие-то, мы не знаем как, но мы стараемся со своей стороны все сделать возможное. Вот. Почему? Потому что мы хотим победы и мы хотим освобождения. Вот это очень важно. Вот. Ну и
Последнее, что нужно обязательно проговаривать с ребенком постепенно, не тогда, когда это случится, а постепенно, осторожно, что во время конфликта, во время войны могут быть потери. Угу. Вот здесь, конечно, уже как это не надо так посадить ребенка и 20 минут ребенку все это объяснять. Я надеюсь, что вот наш сегодняшний разговор, поскольку все передачи есть в Ютубе, есть в интернете, смогут просмотреть родители неоднократно и сформировать внутреннюю концепцию. Потому что я бы это делала постепенно, небольшими шагами, по мере того, как продвигается восприятие ребенка. То есть объяснили один шаг, видите, все, устал, оставьте. Через какое-то время дальше объясняйте. То есть и вот эта потеря во время войны, то есть то, о чем мы говорили с вами, да, такое может быть, потому что применяется оружие, ты видишь и звучат тревоги, поэтому может быть даже разрушен какое-то здание или даже наш дом. Но мы для этого делаем все возможное, чтобы мы могли как бы обезопасить себя. Вот, вы понимаете, здесь нужно родителям думать над каждым словом. Даже не, например, спасти себя, а обезопасить, вы понимаете? Потому что это ребенок, он настолько буквально воспринимает все, и мы сейчас уже видим последствия войны, особенно для тех регионов, где очень горячо, согласитесь, остаются дети-сироты. Так. Поэтому эти моменты, то есть дети, у которых были родители, и они теряются. Во всех случаях нам нужно готовить ребенка, чтобы он был хотя бы, он понимал, что нужно делать. Если, например, мы понимаем, что наш близкий человек, кто-то очень близкий, папа, может быть, наш, допустим, там брат или кто, воюет, и он находится на передовой, не в теробороне, а на передовой, мы должны понимать, что может быть такое случиться, что человек погибнет. Ну вы понимаете, ну война, ну мы же взрослые люди, ну мы же это понимаем. Поэтому для меня, например, я считаю лично, что у взрослого человека должна быть сформирована уже концепция, чтобы он объяснил бы, если бы были какие-то события такие тяжелые. Это не надо говорить о том, что вот если наш папа погибнет, то будет, вот мы будем помнить о нем. Нет, но взрослый должен понимать, потому что когда случается беда, и когда вдруг он узнает взрослый какую-то, например, потерю, допустим, сказали, а ты знаешь, твой дом попали, и он весь в руинах, то взрослый впадает в неадекват, и это больше травмирует ребенка, чем когда ребенок узнает, что их дом разрушен. Потому что согласитесь со мной, если ребенок находится в эвакуации или даже в укрытии, то даже если разбомбили дом, например, и вообще ничего не осталось там, то когда родители, например, мама или бабушка или тетушка, кто с этим ребенком вышли, и если у нее хватает самообладания, и она в состоянии себя сдержать, то она скажет, да, конечно, очень жалко, но мы будем что-то думать дальше. И вот именно в такой ситуации ребенок не перенесет сильную травму. То есть, вы понимаете, мы сейчас говорим именно о детках. Мы очень страдаем, нам очень тяжело. Даже мы, находясь здесь, как бы в Евросоюзе, в более-менее хороших условиях, мы очень часто имеем слезы на глазах, потому что мы хотим вернуться домой. Вы понимаете? Но выхода другого нет. Мы, взрослые, должны быть сильнее и спасти будущее наших детей. Как бы, ну вот не отстранять ребенка от правды, но быть самому готовым. Ну і тут, напевно, можливо, такий варіант, що коли дорослі, де їм брати цю самосвідомість або як себе контролювати, це, напевно, у нас є також батько на небі, наш Бог, який може нам допомогти в цьому, як і ми своїм дітям однозначно. Я би оце із цього приводу я хотів ще додати запитання до того, що ви казали. Отакі ці всі цей підхід, ця стратегія, вона, звісно, ґрунтується на тому, що самі дорослі найперше для себе ці моменти повинні пропрацювати, щоб вміти це пояснити дітям на їхньому рівні. Як це все вплести грамотно і правильно принципи християнської віри, і щоб і дитині в цьому допомогти також? Тому що, ну, я маю на увазі от те, що Сергій сказав,
що, наприклад, завірення в захисті, так, що як сюди вплести в те, що є і Бог, який захищає. Якщо говорити, наприклад, про втрати можливі, як сюди вплести оцю християнську надію про майбутнє, про воскресіння, правильно на дитячому рівні? Ну, во-первых, мы должны понимать, что вот когда я говорила о потерях, например, то первое, что родители должны будут сказать, если вдруг, не дай бог, такое случится, а у кого-то это случается, да. Мы понимаем, потому что война идет. В первую очередь нужно ребенку объяснить, что да, такое сейчас случилось, но у нас остается добрая память об этом человеке, и он остается всегда в наших сердцах. Вы понимаете, потому что ребенку тяжело пережить, он не понимает этого. И как бы фактор смерти, это и в мирное время мне приходилось постоянно решать эти задачи, потому что вдруг там кто-то погиб, вдруг там кто-то, бабушка умерла от какой-то там болезни, как ребенку собачка попала под машину, как ребенку этот фактор смерти объяснить. Понимаете? Поэтому да, как бы в данной ситуации не нужно вдаваться в подробности и говорить о том, что ну ты понимаешь, вот жизнь оборвалась, жизнь остановилась. Нужно просто объяснить, да, мы не сможем в ближайшее время увидеть нашего близкого, но добрая память о нем остается в наших сердцах. Мы всегда будем помнить. Мы будем с тобой проводить время, вспоминая, как нам было с папой хорошо. То есть, вы понимаете, нельзя вычеркнуть это из сердца. Это самое тяжелое. Теперь, что в данной ситуации можно объяснить ребенку в контексте христианского мировоззрения? Для того, чтобы что-то объяснить, нужно саму в первую очередь понимать, что происходит. Взрослому самому, взрослому христианину, который имеет четкие убеждения, что есть Господь, и что у него все-таки все под контролем, потому что мы знаем тексты Священного Писания, которые говорят, он сдерживает ветры, ну, как бы ветры трагедии и войн. То есть то, что сейчас происходит, да, но это все-таки, слава Богу, пока локально, это не уже апокалипсис. Поэтому в первую очередь взрослому нужно это понимать. А что именно? Мы с вами, учитывая вот эту великую борьбу между добром и злом, вся планета наша живет на территории войны между добром и злом. И однозначно этот конфликт, но уже без оружия, с другими силами, более как бы сильными, этот конфликт все равно тоже будет приводить к потерям. Это нужно понимать взрослому. И, например, когда-то, я помню, я спросила у своего мужа, вы знаете, он пастор, и я у него спросила вот точно такой же вопрос, а как это, а как то? И он мне тогда объяснил, говорит, посмотри, ты видишь, идет война на Донбассе. Я говорю, да, я вижу. Он говорит, ты понимаешь, что там есть и истинные верные дети Божьи? Я говорю, да, я понимаю. Вы помните, когда только началась война, сколько пасторов из разных церквей забрали в подвалы, в плен, и многие из них не вернулись. И вот тогда я его спросила, говорю, почему? Почему Бог не сохранил их? Он говорит, ты понимаешь, что наша планета Земля сейчас живет на территории войны между добром и злом. То есть однозначно, когда есть война, будут потери. Но мы должны понимать, что у нас есть надежда на Бога, это раз, и у нас есть надежда на чудное воскресение. То есть понятно, сейчас это все ребенку объяснить нельзя, и даже вы не объясните это ребенку как минимум до 10-летнего возраста. Да, вы теоретически сказать словами это сможете, но еще пока ребенок этого не понимает до конца. Поэтому, что бы я сказала? Я бы объяснила так. Ты должна понимать, что видишь, что такое конфликт, видишь, что такое война. Это потери. И мы прекрасно понимаем, что потери будут. Но если ты сейчас полезешь прямо вот туда, где разрываются бомбы или разрываются ракеты, ты можешь пострадать более вероятно. Но если ты пойдешь в укрытие, у тебя есть возможность обезопасить свою жизнь. Точно так и со взаимоотношениями с Богом. Если ты доверяешь свою жизнь Богу, ты максимально обезопасиваешь свою жизнь. То есть ты отдаешь себя в руки Бога. Но если ты начинаешь нервничать,
переживать, поддаваться панике, начинаешь вот делать все то, что происходит у нас вот в этих Фейсбуке, в социальных сетях, вот эти билборды, которые поначалу висели с такими очень крепкими словами. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Так. Если ты предаешься панике, если ты предаешься сквернословию ненависти, то ты питаешь демонические силы. Тогда на какой ты территории находишься? Ты находишься на территории врага. Но если ты хочешь максимально обезопасить свою жизнь, ты должен уйти оттуда и идти к Богу. Даже ребенку, ты можешь обращаться, молиться, просить, и Господь усмотрит. И мы видим с вами эти опыты, на самом деле видим эти опыты. Якщо можна, ще одне маленьке додаткове запитання. В цих всіх умовах діти, які живуть зараз на території України, які в Євросоюзі виїхали, в інших, можливо, десь містах або країнах, я вже чув неодноразово це від батьків і від своїх дітей так само, коли вони моляться, і вони, діти, дуже все просто буквально сприймають. Для них, якщо є війна, то хтось винуватий, і конкретно хто, і вони просять, що Боже, дай, щоб той помер. Як тут з дітьми правильно говорити і пояснити їм? Бо з одного боку, навіть молитва така звучала. Боже, я розумію, що це не добре просити, але й дай, щоб так сталося. Да. Ну, очень важно, конечно, детям объяснить позицию наши и не наши. Эту позицию они должны знать без политики, без финансовой подоплеки. То есть наши — это те, кто нас защищают. И не надо говорить расисты, фашисты, русские, там, немцы, те самые. Просто наши и не наши. Потому что таким образом мы не касаемся расовых принадлежностей, вы понимаете? Поэтому наши — это те, кто нас защищает, и не наши — это те, кто на нас нападает. Это первое, что мы должны объяснить детям. Опять же, еще раз хочу подчеркнуть, без политики и какой-то подоплеки. И следующее, что нужно объяснить, что да, эти люди не наши. Они ведут сейчас себя нехорошо, однозначно. Они не правы, но мы не в состоянии только вот, например, здесь, находясь, там дети, которые находятся там в убежищах или в эвакуации, мы не в состоянии решить этот вопрос. Поэтому мы должны обращаться к Богу и просить, чтобы Господь послал мир на землю. Потому что даже у тех солдат, которые не наши, у них есть семьи, и они тоже страдают, потому что солдат выполняет приказ. Вы понимаете, это очень важно. Нам нельзя воспитывать и формировать, и укоренять ненависть у детей, потому что мы потом сами на эту ненависть нарвемся. Это точно. Вы понимаете, если мы сейчас, вот я лично, как профессионал, смотрю сейчас, вот я же точно так же, как и вы, подписана на все же эти телеграм-каналы. И хотя я нахожусь далеко, я все равно просматриваю все эти новости. И вот совсем недавно как-то я посмотрела, вот буквально вчера, по-моему, какой-то ролик я видела. Посмотрите, как цинично, может быть, и вы тоже видели, как цинично, как бы не наши, разрушают дома. И там показано, как танк целится, и вот просто бьет по мирному дому. И там он что-то такое комментирует. Я не эксперт, я не понимаю этого, но я так думаю, что раз разместили этот видеоматериал, то наверняка там видно, что это не наши и бьют по нашим домам, да, жилым. Но когда я все это смотрела, а я мельком, у меня никто в ближайшем окружении не играет вот в эти игры, в танчики, как раньше играли, да, до войны. Но когда я увидела, я еще и до этого, когда видела всевозможные перестрелки в видеоматериале, то я еще думала, что немножко заигрались. Мы вот в эти игрушечки немножко заигрались и уже потеряли разницу между реальностью и виртуальностью. То есть та виртуальность, она плавно зашла в реальность. И мы должны понимать, ничего для нашего мозга бесследно не бывает. Поэтому если мы сейчас в этой ситуации сможем наших детей воспитать сильными в мудрости, сильными в терпении, сильными в рассудительности, сильными в выносливости,
то мы потом эти плоды будем пожинать. Но если мы сейчас будем хоть как-то косвенно формировать ненависть к нападающему народу, ненависть, то мы на эту ненависть потом нарвемся, потому что это формируется характер такой. И он потом не только не наших, а и родителей пожилых будет. Ну, завжди знайти об'єкт, та, на який вилити цю ненависть. Так, тоді не наші всі, хто не такі, як я, або не погоджуються зі мною, і та це проблема може бути. Так. Олена, дуже дякуємо вам за спілкування і за чудово хороший коментар, який ми обов'язково окремо виставимо як наш додатковий матеріал до нашого відеомарафону. Вам бажаємо сил, наснаги, мудрості. Ще побачимось і почуємось. Миру Божого. Так, миру Божого вам.